Всех приветствую на своем канале. Тематикой данного видео будет решение проблем со смартфоном Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Как известно, проблемы у нас бывают в процессе нормального использования с любым телефоном, поэтому мы смартфон свой не выбрасываем, а будем решать проблемы. В этом видео вы узнаете, как решить проблему с частым пропаданием интернета. И очень часто такой косяк встречается, когда мы переходим из одной сети в другую. Друзья, в этом смартфоне, ну, действительно есть такая проблема. Мобильный интернет действительно не появляется после того, как мы вышли из сети Wi-Fi или отдалились от зоны действия Wi-Fi. И это, я вам скажу, очень неудобно, потому как вроде бы как индикатор и показывает, что сеть есть. Ты его мучаешь, этот телефон, начинаешь звонить оператору, выяснять, почему, а оказывается проблема совсем в другом. Элементарно, хочется любому пользователю, чтобы все работало четко, безотказно и не тратить время, чтобы искать эту проблему, откуда она берется и как ее решить. Ну и давайте не будем, как обычно, затягивать видео. Вот, сразу же перейдем к решению данной проблемы. И для того, чтобы было удобнее, я вам советую сейчас вывести вот такой вот значок приема передачи данных на панель состояния. Делается это в настройках. Вот, зашли в настройки, далее ищем пункт уведомления и строка состояния и ставим вот эту вот галочку показывать скорость сети. Все, вы ее установили, у вас выведется вот в панель состояния вот такой значок. Далее будем тестировать, что нужно сделать для того, чтобы в вашем смартфоне интернет мобильный, так как мы уже уточняли, мобильный интернет работал более-менее стабильно, и он действительно становится работать более-менее стабильно. Значит, первое, для тех, у кого нет меню, режим разработчика, что нужно сделать? Потому как эта опция, которую нам нужно выставить, она находится именно в этом меню. Итак, заходим о телефоне. Вот у нас версия MIUI. Мы на ней должны тапнуть много раз, пока вам здесь не напишет, что вы являетесь разработчиком. У меня уже, естественно, пишет надпись, что вы уже разработчик. Поэтому нам это не требуется. Все, вы стали разработчиком. Далее, чтобы зайти в это меню разработчика, вам нужно, опять-таки, давайте сначала заходим в меню настройки, чтобы было последовательно и всем понятно. И вы должны зайти вот в это меню дополнительно. В этом, соответственно, меню появился у вас, его до этого не было, появилась надпись для разработчиков, заходим в нее. И, ну, как у меня настроено, можете в принципе скопировать. Вот, я не буду объяснять другие опции, какие я включил, для чего оно. Можете просто скопировать, если доверяете. Вот, листаем вверх. И вот смотрите, у нас есть две опции: переключаться на мобильную сеть и не отключать передачу данных. И вот тут есть пояснение: не отключать передачу данных по мобильной сети даже при активном Wi-Fi подключении для быстрого переключения между сетями. Ставите вот эти две галочки, и интернет у вас начинает стабильно работать. Но вы, конечно же, зададите вопрос: если не отключать передачу данных во время работы Wi-Fi, то как же поведет себя батарейка и все тому подобное? Насколько она будет разряжаться, насколько ее хватит и будет ли это эффективно? Ну, по опыту я вам скажу, что в принципе, благо, батарейка здесь хорошая, емкость, как заявлено производителем, 4000 мАч, и этого, я вам скажу, с головой хватает активного использования 1,5-2 дня. Вы не будете задумываться о том, где розетка, как зарядить свой телефон, даже с включенными вот этими опциями. То есть вы можете смело их включать. Единственное, если вы грешите, что у вас
телефон быстро разряжается, это, возможно, у вас какие-то фоновые процессы работают, вот, которые вашу батарейку немножко просаживают. Ну, в принципе, все, что хотелось сказать в данном видео, я показал. Еще раз, вот, давайте отключим сеть Wi-Fi. Вот, вы видите, сразу же мы перешли на мобильную сеть. И давайте загрузим еще раз наше приложение. Убедимся, что оно нормально открывается. Скорость передачи данных идет. Ну, в моем населенном пункте, как вы видите, скорость передачи Edge, скорость не блещет. Вот. Но если мы приезжаем в какой-нибудь населенный пункт, в котором есть поддержка 3G, там интернет, конечно, летает. То есть это и просмотр видео онлайн, и видеоконференц-связь, вот. Ну и все плюшечки, которые из этого выплывают. То есть проблем со скоростью, с закачкой, передачей данных нет. Ну все, кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. До скорых встреч!